В IT-парке имени Башира Рамеева на полях международного форума «Формируя будущее» состоялась 11-я встреча министров образования стран БРИКС, где в ходе долгой дискуссии коллеги обсудили важные проблемы и пути их решения, а также сформировали ряд планов на будущее. На встрече присутствовали министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов, которые приняли участие в масштабном обсуждении результатов взаимодействия государств-объединения в научной и образовательной сфере, а также рассмотрели новые направления сотрудничества, среди которых развитие сетевого университета БРИКС, содействие взаимному признанию квалификаций, поддержка талантливой молодежи, участие вузов в борьбе с изменениями климата и многое другое. БРИКС – это межгосударственное объединение, которое, как мы с вами знаем, стало больше в прошлом году, или начиная с этого, вернее, года. И ожидания у нас понятные, они касаются сферы высшего образования и науки. В части, касающейся высшего образования, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше студентов из стран БРИКС приезжали и обучались по программам в российских университетах. И такой интерес есть. Сегодня мы соответствующие переговоры провели с коллегой из Египта и с коллегой из Арабских Эмиратов. Вот количество студентов из Египта у нас каждый год очень существенно увеличивается. В рамках встречи обсуждались возможные открытия новых филиалов российских университетов в странах БРИКС, а также иные способы сотрудничества с коллегами из-за рубежа. Валерий Фальков в своем выступлении отметил, что основная задача российских вузов – дать возможность иностранным студентам обучаться в РФ. Однако для этого необходимо наладить партнерские отношения таким образом, чтобы дипломы нашей страны были признаны в других странах. Это станет возможным благодаря тесному взаимодействию и крепким дружеским отношениям. Наша главная задача – дать возможность для студентов из стран БРИКС получать образование в России. И этому способствует, с одной стороны, наличие межправсоглашений специальных, потому что студенты всегда с удовольствием едут получать образование в ту страну, дипломы которой признаются в их родной стране. А для того, чтобы дипломы признавались, нужны межправсоглашения. Вот, например, мы с коллегами из Египта сегодня этот вопрос и обсуждали. Напомним, что всего в этом году на форум приглашено более 100 представителей зарубежных государств, в том числе министры образования. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости.